Налет приглашается. Стартовая ведерка команды «Сковоряги». Вратарь Кирилл Абыскалов, номер 72. Защитники Никита Димитров, номер 61. Илья Кудряшов, номер 23. Нападающий Матвей Камыш, номер 54. Константин Хремки, номер 29. Евгений Сапельников, номер 95. Это команда «Сковоряги», город Санкт-Петербург. Уважаемые болельщики, налет приглашается. Стартовая ведерка команды. Доброго времени суток, дорогие любители хоккея! Мы рады приветствовать вас снова в Южно-Сахалинске, где все готово к началу второго матча серии между местными сахалинскими акулами и приезжими сковорягами из Ленинградской области. С вами этот матч в рамках париматч молодежной хоккейной лиги проведу я, Эдуард Фраер. Ну что ж, давайте начнем со стартовых пятерок, которые уже находятся на льду. Гостевого коллектива номер 72 Кирилл Абыскалов. Не хватило командам 60 минут для того, чтобы выявить победителя. Пришлось играть в овертайм, и там в большинстве гости забросили решающую шайбу. Выиграли со счетом 3-2. Посмотрим, как сегодня будут обстоять дела. В атаке были сейчас гости. И открыт штрафной бокс сахалинских акул. Начинают с меньшинства островитяне. Кстати, примерно та же самая история была в первом периоде вчерашнего матча. Тогда удаление Булата Миниханова было на третьей минуте. Сейчас другого лидера островитян, лидера обороны Павла Пчалина. На левом фланге атаки. Шайба. Нет перевода пока. Докатился до центра. И что? Вот так вот подзависли сейчас хоккеисты сахалинских акул. Через домик пролетела шайба Кирилла Кузьменко. Сейчас мы смотрим этот момент. Бросал 23 номер. Он катился, катился, катился. Это Илья Кудряшов. Потом шайба остановилась на линии. Был свисток, сейчас кричат в этот момент. Отдает через бок партнеру. Это Баснев. Тот оставляет дальше на Зинатулина. Шанс есть у Милана. Что-то придумать. На пятаке шайба. Сутолока. Затолкают или нет? Нет, шайба не залетела в ворота. Прозвучал свисток. Арбитр с поднятой рукой сейчас стоит. Посмотрим, чем закончится этот эпизод. Да, еще одно удаление. Буквально одно вбрасывание 5 на 3 еще проведут команды. 45-й номер гостей должен находиться как центровой на точке вбрасывания. Но Базунов лучше в этом компоненте. Выиграл он вбрасывание. Продолжается опасная атака. Кирилл Абыскалов хороший. Здесь толкание начинается. Ну что это такое? 23-й номер гостей сейчас
отправляется в штрафной бокс. Это Илья Кудряшов. Ну и также штрафной бокс уезжает. Но в итоге только шайбу забросили. И здесь ее встретил Ткачев. Нужно спокойно сыграть. Но Ткачева силовым приемом встречают. Один сбил, второй подкрался. Шайбу забрал. Опасно! И 2-0. Выходят совсем вперед гости. Смотрим этот момент. Это 88-й номер Степан Борисов. Он первого периода заход в зону. Горбушин ищет партнеров. Отдал шайбу на синюю линию. Получил обратный пас. Это классическая комбинация в атаке у варягов. Причем именно через право. Через лево не режет. Действует. И вот сейчас момент. Каким-то чудесным образом Иван Орешкин не смог забросить шайбу в пустые ворота. Все, сирена звучит. Кузьменко спас момент и после этого психанул, ударил клюшкой об лед. И как вместе с сиреной мы завершаем первый период. Команде и посмотрим, как они будут действовать с этими установками. И гол! Отличный момент. Бросок был от синий. Смотрим эту ситуацию. Подправил шайбу Филипп Кнауп. Кормачев зашел в зону. Но выкатились островитяне из нее. Вторая попытка. Но удаление будет 5 на 3 играть команды. И еще и тут... драка начинает и кричат со скамейки островитян разойтись. Сейчас не лезть в эти потасовки. Никакие 4 на 3, ничего подобного сейчас не нужно. Получать удаление на ровном месте. Пусть этим занимаются сковоряги. 14 номер. Еще будет попытка Орлова. Нет, не стал. Пчалин. Партнеру передача. Это был Самсыкин. Вот теперь Пчалин. Шайба, шайба, шайба. Орлов 2-2. Даниил Орлов сравнивает счет. Ну что ж, ну полностью отзеркалилась игра. Это париматч молодежная хоккейная лига. Здесь бывают чудеса. Вот, смотрим мы на этот момент. Орлов добивает в пустые. Под крики «молодцы, молодцы» с трибун. Собственно, это происходит. Остается еще 12 секунд на игре. 5 на 5. И Басник. Отличный перехват. Врывается. И добивает. 3-2. Станислав Басник. Выводит сахалинских акул вперед за 6 секунд до конца второго периода. Вот это выход со штрафного бокса. Что ж, смотрим. Как празднуют сахалинские акулы и вот как они забивают мяч. Вот Баснев вышел, прорвался, бросил и сразу же добивание. Отличная атака по правому флангу. Орлов заходит, бросок. Неплохо. Нужно продолжать давление островитянам. Еще бросок. Еще нужно добивать. 4-2. Милан Зинатолин забивает этот гол. Да, и подъехал с таким криком он к своей скамейке запасных. Но смотрим этот момент. Вот, Зинатулин поймал шайбу и отлично с размаху бросил. Сейчас бросок. Отбил Абыскалов. Морозов. 15 секунд. Бронсов не бросает. Сталев просит шайбу, не дает. Но перевод на его партнера. Еще бросок. Добивание с пятака и точно в Абыскалова. И драка здесь. Горбушин. Налетел он просто на Александра Морозова. И отправится он в штрафной бокс. Мне кажется, что Морозова отправлять туда вообще ни за что. Я не знаю, может, только если он что-то сказал.
Нет, нет, все правильно. Морозова никто никуда не отправляет, потому что это было нападение прямое, бессмысленное. Аккуратно Пчелин заряжает. Заблокирован бросок, тем не менее шанс еще есть реализовать этот момент. Это большинство. Вот теперь уже 5 на 4 снова. Команды действуют. Звено Самсыкина на площадке. Бросок и гол! Ну что, 21 номер. Отличился в этой встрече Даниил Орлов. Отличный бросок у него был. Давайте посмотрим повтор этого момента. Возможно, кто-то подправил из нападающих, но мне кажется, Белов шайбой пытается выйти из зоны. Ну и, кстати, есть такая... Ох, какой жесткий силовой прием. Прямо в лицо, мне кажется, попали Белову. Лежит он. Надеемся, что без травм для Данилы обойдется. И даже доктор выбегает. Был очень жесткий эпизод. Ну и отметим такую закономерность, которая появилась в матчах сахалинских акул. Пока посмотрим повтор как раз этого момента, да, я так понимаю. Борьба за шайбу. Бросочек. Вот Белов мчится, мчится, мчится. И в него врезается. Вот, ну, за такое давали удаление в первом периоде. Посчитали, что все по правилам. Заезжают в зону усилиями Булата Миниханова. С шайбой островитяне. Перепасовка. Баранов. За воротами. Дает дальше. Будет ли бросок? Бросок есть. Заблокирован. Есть еще шанс. 20 секунд до конца третьего периода. До конца сегодняшнего матча. Пяткин гол! 6-2. Денис Пяткин ставит точку в сегодняшнем матче. Отличный гол. Смотрим мы этот момент. Булат Миниханов. Пас на синюю. Пяткин заряжает. Что есть мочи. Это было красиво. Пока-пока. Услышимся на матче в сахалинских акул.